Материнская плата Gigabyte Z170X Gaming 7 на чипсете Z170 с поддержкой DDR4, USB 3.1, Thunderbolt и так далее. Имеется гайд по установке на разных языках. Serial это кабель. Таким необычным креплением под 90 градусов. Еще мне таким не доводилось пользоваться. Очень красивый кабель. Два комплекта. Планка под разъемы. По шнурку видно, что она с подсветкой. И мне еще не приходилось пользоваться таким устройством. Это что-то новенькое будет для меня. Пользовательская инструкция. Диск с драйверами. Еще один гайд. Этикетка на ручку двери, чтобы вас не беспокоили. Не беспокоить. Заглушки для видеоразъемов. SLI. Мостик для NVIDIA видеокарт. Разъемы для подключения периферии. И индикации. Наклейка на системный блок. Добротная картонная упаковка с защитой от механических повреждений упаковки. Выглядит великолепно. Мне еще не приходилось держать материнские платы с таким исполнением. Уже установлена батарейка, очень удобно. Комбинированный разъем для мышки и клавиатуры PS на 2. Два USB разъема, которые малошумящие. Разъем HDMI, мини-дисплей-порт. Разъемы USB 3.0, USB 3.1C. Две сетевые карты. Цифровой аудиовыход. И здесь стандартный набор. Если выбирать на подарок, то только в таком производстве. Никогда ничего подобного не видел. Защелки под память. С одной стороны кнопка рестарта, индикатор посткодов. В младших моделях нет тепловой трубки, здесь есть. И самое главное, для чего я брал, это два разъема M2 портов. Словил себя на том, что я уже 20 минут любуюсь этой материнской платой.